нахожусь здесь. Ну, привет всем. Пришло время начать голосование за лучшую игру 2015 года. Напомню, неделю назад я выкладывал видео, в котором просил в комментариях под ним писать не больше 7 игр, которые вам запомнились за прошедший год. Обработал я ваши комментарии, все, куча комментариев, конечно, было. И в итоге собрал 63 игры. Ну, сразу поясню, не все игры, которые вы писали, вошли. Во-первых, они должны были упоминаться хотя бы 3 раза. Те, которые упоминались по одному или по 2 раза игры, я их не брал. Во-вторых, много писали игр, которые в раннем доступе еще. То есть, например, тот же Rimworld или Гений Тактики, они все считают, что еще в раннем доступе и выйдут только в 2016. Так что их мы тоже не учитываем. Ну и было несколько игр, которые вышли до 2015, так что мы их тоже не брали. Было, правда, несколько комментариев, в которых мне вообще было непонятно, что за игры. Я их искал, проверял, но написали вы неправильно, значит, я их не использую. В итоге 63 игры. Теперь, если вы смотрите это видео у меня на сайте, то, собственно, прямо под видео и есть голосовалка. Если вы смотрите не на сайте, там на YouTube, например, или в социальных сетях, то перейдите по ссылке на... В верхнем правом углу белый такой кружочек с буквочкой «i», если нажмете на него, то там будет первым делом ссылка на голосование на мой сайт. Либо просто в аннотации под этим видео вы эту ссылку увидите и нажмете на нее и перейдете к голосованию. Там эти 63 игры расположены в алфавитном порядке. Вы можете выбрать 5 штук аж. Не обязательно 5, можете одну выбирать, но в принципе вы можете до 5 вариантов из этих игр выбрать и проголосовать. Через неделю примерно я начну заниматься итоговым видео за год и буду использовать эти результаты. Самое главное, если к предыдущему видео я вас просил только перечислить игры, то теперь прошу в комментариях уже развернуто, конкретно написать ваше отношение к какой-то одной любимой игре. И если помните, вот как я делал рейтинг цивилизации по пятой цири и зачитывал самые интересные комментарии по каждой цивилизации от моих подписчиков, точно так же я по этим играм буду зачитывать ваши комментарии. Уточнение. Прошу все-таки не писать... Ну, как, пишите, конечно, но сами понимаете, что про третьего Ведьмака или про четвертый Fallout будет куча комментариев. Я не буду их все зачитывать, а выберу какой-то один или два самые интересные, на мой взгляд. Поэтому, по-моему, лучше написать про такие менее популярные игры, чем Ведьмак, там, которые вряд ли будут где-то наверху, но все равно они вам запомнились, и вы хотите о них написать. Тогда вероятность того, что я этот комментарий зачитаю, намного больше. Ну, хотелось бы, чтобы вы писали комментарий у меня на сайте, чтобы оно в одном месте как-то было, но и если в комментариях под этим видео напишите на YouTube, тоже ничего. Ну так желательно, я вас прошу это делать на сайте, чтобы я потом не бегал по всем своим социальным сетям и прочим, и выискивал ваши комментарии к игре. Далее, в голосовании вы видите, что некоторые игры выделены оранжевым. Это ссылки на мои обзоры. Естественно, на все 63 игры я никак не мог сделать обзор, это мне пришлось бы в каждую играть по 3 дня в течение года. Ужас, какой человек это выдержит. Но на некоторые я делал обзоры, и прежде чем выносить свое решение, рекомендую вам перейти по ссылке и посмотреть мой обзор, чтобы принять более взвешенное решение, если вы его так немножко подзабыли. Ну, кажется, я уже все сказал. Еще раз отмечу, желательно вам все это написать и проголосовать до выходных. На выходных я займусь итоговым видео, мне уже не будет времени смотреть на ваши новые комментарии. Ну, на этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. И давайте выберем лучшую игру 2015 года по версии канала Леша Играет. На этом все. Пока.